Рабочий день Сергея Терешина, электромеханика МУП «Лифтремонт», расписан с самого утра. Принять данные от ночной смены, определиться с заявками на день, обработать их и отправиться по необходимым адресам. Работать с лифтами Сергей начал более 20 лет назад. Этот выбор он сделал осознанно. Тогда, когда я устраивался, она меня привлекла, она была интересна для меня. Техника, агрегаты интересные, можно что-то своими руками сделать. Времени отмечать свой профессиональный праздник, День лифтовика, у Сергея нет. В одном из домов города необходимо заменить ремень привода дверей. Подождать до завтра это не может. Халатность на его рабочем месте может привести к самым печальным последствиям. Если я там, допустим, не проверю выключатель безопасности, какую-то гайку не дотяну важную, то есть на которую приходится большая нагрузка, да, здесь ошибаться нельзя, к сожалению. То есть тут... Это все лежит, это часть работы, это ответственность. Чтобы лифт в подъезде работал исправно, Сергею и его коллегам необходимо хотя бы один раз в месяц проходить по всем подведомственным подъездам и проверять исправность и техническое состояние не только кабины и шахты. Немало времени уделяется и двигателю, и электронной составляющей. Благодарности от жителей сотрудники лифтремонта не ждут. Говорят, главное, чтобы к имуществу относились бережней. Часть поломок привносит нам жители. Это кнопочки... Люки разбитые, сломанные двери, то есть здесь как бы без этого не обходится. Не только ремонтом и обслуживанием лифтов занимается Сергей и его коллеги. Часто к ним обращаются с просьбой открыть шахту и помочь достать упавшие ключи, мобильные телефоны и прочую мелочь, выпавшую из карманов жильцов. По возможности все стараются помочь, вне зависимости от времени суток и загруженности. Самая главная награда, которую получают лифтовики в свой профессиональный праздник, это чистые и неполомные лифты в домах нашего города. Кирилл Васинин, Владимир Лисик, служба новостей «Саров-24».